вот перед вами мой самокат, и сейчас я расскажу вам, что на нем установлено. Давайте начнем с руля. Руль у меня комета, обычная Т-шка, но с блестками. То, что нужно вообще для девочек. Высота у него 69 сантиметров. Это, между прочим, на целых 4 сантиметра больше, чем у меня было до этого. А в ширину я его пильнула на 2 сантиметра с каждой стороны, поэтому я не помню его ширину. Грипсы на руле. Long Way. Ни разу не каталась на этих грипсах, поэтому ничего сказать не могу. Буду тестировать. Но мне сказали, что они примерно такие же, как и Оди. Дальше. Зажим Феникс. Он стоит у меня уже где-то 2 года. Свою функцию выполняет. В общем, никаких к нему претензий нет. Только мне не очень нравится, как он выглядит. Рулевая тоже. Я не вижу смысла о ней рассказывать вам, потому что это всего лишь 2 каких-то подшипника. Вилка. Она тоже стоит у меня уже 2 года. Свою функцию, опять же, выполняет. Не знаю, как вам она нравится по дизайну или нет, но для девочек она то, что нужно. Колеса Blunt Hollow Core. Они светятся в темноте, особенно когда чистые. Меня они устраивают и по мягкости, и по диаметру, поэтому рекомендую вам. И самое интересное – это дека. Я ее недавно взяла в магазине Доски Шоп, так же, как и руль, и вообще колеса, и грипсы. Вот, почему я ее взяла? Она не очень большая, не очень тяжелая. На ней удобно делать скользилки всякие. Это дека AOS V4 про модель Реймонда Уорнера. Там сзади машинка нарисована. Вот. И еще, между прочим, она голубого цвета, что очень важно. Перейдем к шкурке. Это то, в чем я разбираюсь, между прочим. На самом деле нет. Шкурка у меня Vice. Взяла самую приличную. Хотела на ней еще что-то сверху нарисовать красивенькое, но пока не удалось мне это сделать, как-нибудь потом. В общем-то, это, наверное, все о моем самокате. Спасибо магазину Доски Шоп за то, что поддерживает мое катание. В общем, эти детали, если вы хотите, можете приобрести в этом магазине. Надеюсь, вам понравился краткий обзор моего самоката. Не забывайте подписываться на канал Доски Шоп. Подписывайтесь еще на мой канал, ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. И встретимся в магазине Доски Шоп. А я поехала кататься на моем новом самокате.